Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось открытие научно-образовательного центра имени Мирзо Улугбека. Улугбек – среднеазиатский государственный деятель, правитель тюркской державы. Известен как выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт своего времени. Важно, что КФУ активно сотрудничает с 59 научными образовательными организациями Республики Узбекистан. На открытии научного центра присутствовали ректор КФУ Ленар Сафин и ректор Национального университета Узбекистана Имон Маджидов. Я думаю, что этот центр будет способствовать изучению узбекской культуры, Узбекистана, культуры наших народов. Несомненно, это будет камнем и притяжения, и местом притяжения для всех ребят из Узбекистана. Основной формой взаимодействия Казанского федерального университета с вузами Узбекистана является разработка и реализация совместных образовательных программ. Это 61 совместная программа бакалавриата, специалитеты и магистратуры по различным направлениям подготовки, приоритетным в первую очередь для экономики и социальной сферы Республики Узбекистан. Я хочу поприветствовать, поблагодарить коллектив Казанского университета федерального и лично ректора за приглашение в наш университет, Национальный университет Узбекистана. Он также носит имя этого великого ученого. Отметим, что Казанский федеральный университет предоставляет свои онлайн-курсы, организует практику и в том числе на российских предприятиях и читает ряд базовых дисциплин, а также всегда открыт к сотрудничеству и совместным проектам с различными вузами мира. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универньюз.